это Юка. Юка моя постоянная клиентка. Ее зиму не было. Малеха ее тут подровняли хозяева. Не знаю, лапки посмотрим, что-нибудь изобразим. Попросили покороче, на голове шапочка. Ну, если получится шиншилку там, типа, на встречу ромбиков. Чисто для красоты. Да иди, тетя. Помощник мне помогает. Юка! Вот она!
такая у нас получилась юка, солнышко немножко отсвечивает нам. Лапки коротенькие, насколько возможно было оставила, слишком обстригли. Шиншилку супер коротенькую, в общем, хотим коротко и с шиншилкой. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока!